поприветствовать наш 11 класс, выпуск 2018 года. Прошу внимания. Департамент образования города Москвы, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы, школа номер 1357 на Братиславской. Приказ от 15 мая 2018 года за номером 0201503 о допуске в государственной итоговой аттестации. В соответствии со статьей 28 Федерального закона об образовании и на основании решения Педагогического совета приказываю допустить в государственной итоговой аттестации обучающихся 11 класса в количестве 30 человек директор школы Аверченкова Ольга Евгеньевна. С приказом ознакомлены сотрудники на совещании при директоре. Итак, у нас к итоговой аттестации допущены все. Сейчас я хочу представить вам представителя управы Люблино, Момзикову Наталью Александровну, с приветственным словом от... Перекола от главы управы. Примите слова искренней благодарности за доброту, терпение и неравнодушие. По праву гордясь успехами наших выпускников, мы хорошо знаем и помним, что именно вы вложили в каждого из них частицу своей души, таланты и знаний. Ваша профессия требует не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и особого душевного склада. Вы стоите у истоков формирования личности, даете детям прочные знания и твердые нравственные ориентиры, способствуете полноценному раскрытию таланта. Ваши усилия помогают новым поколениям вырасти достойными людьми, патриотами нашей Родины. Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце. Желаем крепкого здоровья, благополучия, терпения и оптимизма, креативности идей, воплощения задуманного, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде. Мира всем и благоденствия. С уважением, глава управы Алексей Петрович Бирюков. И, уважаемые родители, вы подготовили нашим детям сюрприз. И мы сейчас с классным руководителем Косинок Оксаны Григорьевной хотим этот сюрприз детям вручить. Пожалуйста, Оксана Григорьевна. Дорогие мои родители, замечательные мои дети, вы помните, у нас было мероприятие осенью, и мы с вами сделали на память эту сессию. И сегодня мы вам вручим ваши альбомы. Большая рассада. Дети, давайте оперативно, да. Одна из самых красивых девушек наших. Покажи. Коренки Сороконус. Одна из самых умных красавиц. Кошин Сергей. Самый надежный парень. Рзаев Гасан. Козлов Станислав. Владислава. Замечательный человек. Сидоренков Илья. Сидоренков Илья. Гость наших выпускников, наш ученик. В 10 классе нас, к сожалению, покинул.
отчество Гамир Керимов Шамиль. В 11-м, прошу прощения. Шамиль, это наша опора. Почти Даниэль. Это будущее нашей страны. Якубова Фируза. Девушка замечательный человек, ученик, который может сделать много проектов. Голубева Елена. Это просто добрая девочка, замечательная наша ученица. Перегудова Дарья. Надеюсь, что эта девочка наша будущая медалистка. Хабидулина Эльмира. Эта девочка душа нашей школы, душа компании. Калашникова Ангелина. Калашникова Ангелина. Наша ведущая. Лицо школы. Петросова Ева Каролина. Ева Каролина. Идет к своей мечте. С днем рождения. Будущий врач. У девочки день рождения. Казарян Николай. Казарян Николай креативный ребенок. Его нету. Уже был, только что был. У него последний звонок. Бубнова Доминика. Доминика. Умная, красивая, замечательная девушка. Пашаев Равшан. Это надежный человек. И там очень умный есть. Ученик. Ахмеджанова Асаль. Девушка, которая все время нас выручала на самых праздничных мероприятиях школы. Баба Жаняна Филя. Это одна из наших креативных девушек и тоже является очень умной и очень славной. Агина Фарина. Скромная, замечательная девочка. Арбатов Никита. Потому что это будущий президент Российской Федерации. Соколевская Алиса. Наша креативная ученица. Шахсаидова Айна. Добрый, замечательный человечек. Умница. Шатухин Павел. Это гордость нашей школы. Замечательный вокалист и будущее нашей страны. Суханова Елизавета. Очень проницательная, очень кропотливый труд вложила для того, чтобы получить и получит замечательный аттестат. Евдокия Малмар. У этого ребенка всегда есть свое мнение на все, и он не боится его высказывать. Демидов Николай. Это наша опора. Спасибо. С днем рождения, Коля. С днем рождения. День рождения у этого ученика. Гулиев Карам. Я думаю, это будущее страны Азербайджан. Скажите мне, пожалуйста, обращение Ольги Евгеньевны Аверченковой. Итак, директор школы. Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, сердечно поздравляю вас с замечательным праздником, последним школьным звонком. Впереди вас ждут серьезные испытания, принятие ответственных решений в выборе профессии и трудоустройства, которые во многом определяют дальнейшую судьбу человека, весь его жизненный путь. Ни у кого нет сомнений, что без образованных людей у страны нет будущего. Они – то бесценное богатство, которое не растрачивается во времени, которым крепнет и процветает любая страна. Вам предстоит применять свои знания, свою энергию в пользу своей страны. Вы – наша надежда. Вы –
люди нового тысячелетия. У вас впереди открытия, находки, встречи. У вас впереди целая жизнь. Желаю вам веры в себя, удачи во всех ваших добрых делах. Сердечная благодарность вам, уважаемые педагоги, за ваш неустанный труд, за терпение, за то благое дело, которое вы творите во имя будущего. Вы передали своим ученикам лучшие черты нашего народа – порядочность, доброту, трудолюбие, согрели их теплом своих сердец. Пусть этот праздник будет радостным, светлым и памятным для всех нас. С праздником! Итак, уважаемые родители, гости, педагоги, мы предоставляем слово нашим выпускникам. И учимся в школе номер 1357, а все остальные школы нам завидуют, ведь только в нашей школе вместо «Привет» говорят «Дай библиографию списать». Только в нашей школе 3 перемены по 20 минут, ведь это мы книжки носим только на контрольный. Только мы не любим, когда нас выгоняют с уроков, потому что в коридоре глючит Wi-Fi. Только в нашей школе можно простоять в очереди в буфет, перемену, урок и еще перемену. Именно наша школа входит в поединок лучших в городе. Только в нашей школе самые мудрые и отзывчивые педагоги. Именно здесь время летит незаметно. Совсем недавно был первоклассник, сегодня тебе намекают, что пора. Нас отправляют учиться в Лондон. Мы не одеваемся в бутиках Лондон. Учимся в любимой нашей школе. Нам уходить неохота до боли. Мы не отдыхаем на южных курортах. Загораем на парках, кроссовках и шортах. Мы не едим в дорогих ресторанах. В школьной столовой едим, как ни странно. Кому-то эта жизнь покажется тусклой. Но здесь выключен реальные чувства. Откроются двери, свернем и все больше. Таким максимум открыты просторы. Время летит так незаметно, мимо проходят года. Выпускниками стали так быстро. Но не остаться нам здесь навсегда. Зацени, мы реальные выпускники, мы здоровые умы нации. Зацени, мы реальные выпускники, мы здоровые умы нации. Вообще кто? Они что, собираются стать участниками нашего реалити-шоу? Все 30? Я бы обошелся 5. И ты мне говоришь, то, что все они смогут отыграть свои роли. Ты уверен? Так, ну, мы начнем. Начнем, дамы и господа. Пусть он просил, звоните в урок. В урок он сейчас? В урок, не сейчас. Все, звоните. Потому что космос не предъявляет какого-то спортсмена, а что-то. Поэтому надо думать, что она не использует.
смотри, по крупности, вот по крупности, да? Дети на 2. Дети на 6, она вторая. Получается, дети на 6, 5, она вторая. Да, если она двигается. И получается, с космосом в динатрис, в танец, в массаж. Коллаборация, и все смотрится. Школа 1357 является любой ученик, какой? Правильно, знающий имя, фамилию и отчество директора школы. Каждый ученик школы должен знать правила школы. Пункт первый. Директор всегда прав. И никакого второго пункта не существует. Чиновниками ломанный, стандартами окованный, за все уже штрафованный, кричать готов, молчит. Начальник по названию, лошадка по старанию, учитель по призванию, тоскует по ночам. Но утром, как укушенный и с психикой нарушенный, в школу, как в отдушину, на каблучках бежит. Thank you.
1357. Что это? АК-12, АК-47, АК-74 слышал. АК-1357? Не знаю такого. Шамиль Магомед Керимович. АК – это административная команда. Thank you.
реалии. Порой казалось, тема ну без множества проблем. Но красоту науки точно все же смог понять. Сознание спасибо вам давно хочу сказать. Спасибо вам за похвалы и наставления. Но расставаться нам придется, к сожалению. Я ожидания постараюсь ваши оправдать. И на экзамене я получу оценку 5. Математика родная, как же я тебя люблю. И сегодня в этом зале только о тебе пою. Уравнение, как поэмы, интеграл поддержит дух. Логарифмы, словно песни, формулы ласкают слух. Слово в ядерной физике. Реальной физике. Смотрим. Включай мозги. Выход есть, Игорь. Его не может не быть. Конечно, достала!
что так поставлена симфа. Что ты хочешь? Мне наплевать, чего теперь ты хочешь от меня. В моей вселенной ты был господин, и никого вокруг, только ты один. Но оказалось, что ты мне незаменим. Я открываю мир других мужчин. Мало нам их хлеб, мало, мало нам их хлеб. Мало нам их хлеб, мало, мало нам их хлеб. Мало нам их хлеб, мало, мало нам их хлеб. Я открываю мир другой любви. Когда шла в школу, не помню, наверное, была молодой. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес сегодня такой. Готова школа, точка ру. Готова школа, точка ру. Доброе утро! Начинаем комплекс утренней гимнастики. Исходное положение принять. Упражнение начинай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, так. А что это у нас? Шамиль Магомедович, стойте! Куда-куда? Заходим, повторяем за мной. Не мог 15 минут подождать. Не мог, не мог. Пожалуйста, не забывай. Или нам напомни все же. Вы, конечно, любите нас. Ну и мы вас любим тоже. Okay.
Аделя, как чудно у нас все получается. Шамиль Бекович, Магомед Киреевич, хватит меня кружить. Извините. Знаешь что? Что? Я вот уже представляю. Мировое турне. Мы летим в самолете. Первым классом. Реальные выпускники. И я. Ну, мы. Так уж и быть. Первым классом в самолете. Аэрофлот. Итак, здравствуйте, уважаемые пассажиры. Мы рады приветствовать вас на сингапурских авиалиниях. Меня зовут Ван Гуэй Фэй, а мою помощницу зовут... Целите мне мясом, курицей, рыбой, как угодно. Фия, ты сегодня вообще какая-то опасная, тебя заносит на поворот. Ой, самое главное, чтобы самолет не занесло. Эх, ладно. Итак, начнем наш инструктаж. Для начала возьмите свои электронные устройства и выключите их. Затем возьмите ремни безопасности. И туго застегните его. Закройте шторки иллюминатора. В случае аварийной ситуации выходы из самолета расположены в передней, в средней и хвостовой части самолета. В случае разгерметизации кабины вам сверху выпадут кислородные маски. Наденьте маски, дышите спокойно. Затем помогите надеть маску другому. При аварийной посадке на воду достаньте из-под сидения спасательные жилеты. Заполните его воздухом. Когда самолет наберет нужную высоту, вам будут предложены еда и прохладительные напитки. Бортпроводники всегда готовы вам помочь. Так что натяните свои улыбки, переведите ладошки в положение хлоп. Желаю вам приятного полета. Прилетели уже, что ли? Ага, Сингапур. Где? Вон, видите, нас встречают реальные обществоведы и доктора исторических наук. Интересно. Ван Гунву и Чандра Музафар. Офелия, с утра эту ненужную информацию. Ты вообще откуда их знаешь-то? Много читаю. Особенно нравится произведение Николая Васильевича Гугла. А мне знаешь, что нравится? Алеосан Сергеевич Пушкин. Thank you.
Короче, смотри, Владимир Владимирович хотел меня поздравить с последним звонком. Владимир Владимирович Путин. Я что-то ответить ему не могу, буквы не понимаю. На английском написано. Ну что, профессор Заев, кто у нас следующий? Заев Самир. Неужто это тот самый, который ваш сын? Нет, с чего вы это взяли? Ну как же, четко сказано. Заев Самир Гатраманович. Все сходится? Я вам говорю, простое совпадение. Ну ладно, давайте его пригласим. Проходите. Давайте. Салам алейкум. In English, please. Да салам по алейкум, все. Excellent, excellent. Ладно, представьтесь, откуда вы? Юго-Восточный округ, район Люблино. Подождите, вы сказали Люблино? Да. Профессор, я знаю этот район. Там все говорят на английском, как на родном языке. Когда подходят к роддому молодой человек, он говорит: «Мадина, what, who, girl, goodbye, you're not my wife». Давайте приступим к заданию. В качестве домашнего задания у вас было нарисовать иллюстрации к словам. Начнем. Слово «глаз». Стекло. Ты что тут глаз? Глаз? Ты что, ты дурак, что ли? Ладно, дальше. Ну, тут все по той же схеме. Лук репчатый, что? То есть лук — это смотреть. Давайте дальше, ладно. Вот тут на самом деле уже непонятно. Ха, машина, при чем тут вообще ворона? Какая ворона, профессор? Это ласточка! Он просто так свою машину называет. Все хорошо. Что ж, что дальше у нас? Сирь, город. При чем тут нет? Ну я думал, вы спрашиваете, боюсь ли я экзамена? Я написал нет. Знаете, профессор, я тоже сначала так и подумал. Слушай, это просто город, давайте дальше. Друг. При чем тут Шамиль? Профессор, вы написали «друг». Мой друг Шамиль. Все сходится. Все правильно. Парень гений. Да, конечно. Слушайте, ну вот это, конечно, меня больше всего поразило. Pacific Ocean. Три вопросительных знака. Подождите. Pacific Ocean. Я что, каждого армянина должен знать? Профессор, это невозможно, их много. Дальше. Ну слушайте, на самом деле, сразу видно, ученик ничего не знает. Ну вот, допустим, даже Крым. Чего написано «наш»? Крым наш. Парень вообще ничего не знает. Я удивляюсь, как он до 11 класса научился. Он хотя бы алфавит знает. Конечно. Давайте проверим его. Давайте. Не надо. Надо, я тебе подсказывать буду. Ладно, начнем. Ну, не знаю, первая самая буква. Эй. Чо? Я говорю «эй». Я говорю «чо». Дурак, я тебе говорю буква «эй». А, «эй». Вот это что за буква? Когда девушку видишь. Ауф. Некрасиво. Некрасивую. Прошу. Слушайте, ну это просто бред какой-то. А что вы у него элементарные вещи спрашиваете? А что мне еще у него? Давайте усложним ситуацию. Давайте. Давайте я буду говорить фразы на русском, а он будет их переводить на английский. Пожалуйста. В Counter-Strike играл? Да. Сейчас. Сектор чистки, даем гранату, вперед, 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 полицейские выиграли. Сектор is clean, fire in the hole, go, go, go. Это не важно. Бред какой-то, зайдет меня, держите. Ну ладно, допустим, молодой человек, представим, что вы пилот Аэрофлота. Что вы скажете пассажирам? Hello, dear passengers. My name is Заев Самир. We are at Moscow. Бред какой-то сейчас просто пробубнил. Что это было? Так, все пилоты Аэрофлота так разговаривают. Это просто такой разговор на английский. Слушай, ну... Знаете, сразу видно, что вы его тянете. Я удивляюсь, как парень до 11 класса доучился и при этом на все пятерки. Я? Да, вы. Профессор,
Пожалуйста, давайте пойдем на суки парню. Он весь разнервничался. Под мою ответственность поставьте ему 5, пожалуйста. Ну что ж, хорошо. Из уважения к Рзаевым я поставлю 5. Спасибо, пап. Спасибо, пап. Спасибо. Знают это взрослые и дети, русский лучше всех язык на свете. Но учить мы будем иностранный, чтоб объехать города и страны, чтоб узнать все города и страны. Гюльфенен, дочь Дермур, Татьяна Борисовна. Я. Говорим мы вам, Вильдан, Волен, Вильдин, Дочь, Тургер, Мегимен. Любим мы уроки иностранного, любим мы учителя нашего. Нашу Татьяну Григорьевну, мы очень любим вас, запомним вас мы на долгие года. Я. Отстаньте, я на самом интересном. Ну-ка. Давно я ждала тебя, как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка, своей просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело. А лицо ее сияло восторгом счастья. Князь Андрей любил танцевать. И желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, пошел танцевать. И выбрал Наташу. Но едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан, и она зашевелилась так близко от него, вино ее прелести ударило ему в голову. Он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыхание и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующего. Да, это действительно прекрасно. Thank you.
Прекрасное утро. Быстро руки за голову, ноги на ширине плеч! Это что, ограбление? Начинаем утреннюю зарядку. Псих! Все, никак реальных химиков забыть не могу. Это ты еще наших реальных спортсменов не видел. Но мы бы никогда ими не стали, если бы все 11 лет рядом с нами не было бы вас, дорогих нам учителей. А все начиналось с сентябрьским утром 11 лет назад, когда девочки шли в школу с большими бантами, а мальчики с ранцами. Отличницу Сойку и завтракал под пионерскую зорьку. У меня было 40 вкладышей курба, мне рвали никой молочные зубы. Когда я болел, мне ставили банты, подорожники мне зажигали ранки. Меня не возили в Европу на лето, мне не покупали PlayStation 3. Зато у меня было детство. У меня было детство. У меня было детство. У меня было самое лучшее детство.
путь, мы не носили кучи правил. Что такое айфон, мы вообще не знали. Мы полные яйца годами играли. Забыли и тауры, вся катали. Спокойной ночи, тетей Дали. Слон, попугай, удав, мартышка. Кипир, бутылка с зеленой крышкой. У нас не было дачи на Кипре где-то. Не было вайберсов и интернета. Зато, зато у нас была детство. У нас было детство, у нас было детство, у нас было самое лучшее детство. Спасибо вам огромное. Вам благодарны. Виктория Геннадьевна, сами считаете, спасибо. Спасибо вам большое за поддержку и понимание. Как мы ездили в команду, я никогда не забуду. Нам не передать тех слов, которые у нас в сердце, поэтому послушайте просто нашу песню. Только ученики, но и наши мамы и папы, бабушки и дедушки.
мудрым советом, добрым словом управляли они нам. Мы уже не смогли быть дети снова.
Останутся у нас открыть секрет, что знаний свет, и
эти 10 лет. Был каждый день почти как боль, все это нам давно судьбой. Ну а теперь остался только выпускной, но не забыть, что говорить. Мечту в профессию должны мы с вами воплотить. Сдадим не грей, добрый час, и лишь останется у нас наш дружный класс. И то, что очень любит вас и бросит взгляд сейчас назад. Понятно, что я ради всех наград на счете стал. И то прекрасно нашу жизнь, мы повторяем у нас вновь. Прекрасна жизнь со всех сторон. Тайны никакой для вас точно нет. Что с другом Яндексом и Гуглом мы решали все. Когда контрольный пробил час, а вы так смотрите на нас, как будто мы с далекой той планеты Марс открыт секрет. Что знаем свет, и мы не спорим с вами, как все эти 10 лет. Был каждый день почти как бой, все это нам дано судьбой. Ну а теперь остался только выпускной. Вот, видимо, и наступил финал. Этот волнительный день настал. Знаем вы, неповторимый, в школе оставите вы свое имя. 11 лет словно миг пролетели. Многому вас научить мы успели. Были и взлеты, были падения, но вы добились поставленной цели. Все, это школа твоя, это школа твоя, это школа твоя, это школа твоя. Если вдруг это вы не поймете, нас вы всегда в школе найдете. Не посидеть больше вам на уроках, не постоять во столовой за соком. Год ведь прожить, вот вы стали старше, все завтра стали уроки все наши. Вся эта школа твоя, это школа я, это школа твоя. Это школа твоя. За то, что вы все это время были с нами, оказывали нам всяческую поддержку. Мы благодарим наших детей, педагогов, которые подготовили их к экзаменам. И надеюсь, что они экзамен сдадут на 100 баллов.
сейчас небольшая фотосессия. Мы все встаем красиво, поднимаемся, маленькие поднимаются наверх, чтобы их тоже было видно. Большие, да, как-то встаем очень компактно и удобно. Уважаемые педагоги, я вас всех приглашаю.